Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской области государственной администрации. Его обязанности временно будет исполнять Жаудак Валерий. Об этом сообщил офис президента. Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 15 апреля. Уволить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Согласно подданному им заявлению, говорится в тексте документа. В то же время глава государства назначил временно исполняющий обязанности главы администрации Жаудака Валерия. Напомним, 27 июня 2019 года Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющей обязанности главы Кировоградской администрации и назначил на этот пост Светлану Лобанову. 11 ноября 2019 года Зеленский снова сменил главу Кировоградской области и назначил на эту должность Андрея Болоня. После этого он предоставил нового главу Андрея Назаренко. Он пробыл на должности менее года. Отметим, предыдущий глава области Андрей Болоня подозревает в получении почти 2 миллионов гривен взятки от руководителя областной организации, одного из органов госвласти.